Эмодзи отметили 17 лет со дня рождения и попали в коллекцию Музея современного искусства в Нью-Йорке. Это самый первый набор картинок, созданный в 1999 году. В Японии создали, можно догадаться, по названию родословной. Выглядят непривычно и страшновато, ибо мелкие очень. Картинки размером всего 12 на 12 пикселей. Их признали шедевром дизайна. Эти эмодзи считают первыми ростками нового визуального языка. Изначально эмодзи были разработаны чисто для внутреннего японского рынка, но через 2 года поглотили мир и были включены в набор эппловских устройств. В жизни мы, кажется, теряем эмоции, по крайней мере, на письме буквами перестали описывать чувства, зато активно пересылаем эмодзи, эти японские знаки. Кстати, Музей современного искусства в Нью-Йорке пообещал в декабре представить выставку, посвященную эволюции языка этих картинок. А ведь это не просто развлечение, но и объект изучения лингвистов. Вот в прошлом году Оксфордский словарь назвал словом года «смайлик, смех сквозь слезы», который вы без труда узнаете в любом наборе. Он означает «лол», «под столом», «ахаха», «я плакал», «ржу не могу», «бугага» и так далее. Богатый выбор. С помощью эмодзи можно рассказывать историю, без лишних слов раскрыть драматический или забавный сюжет. Ну, различные подборки вы, разумеется, видели в Фейсбуке. Забавно, что прошло почти 15 лет со дня рождения эмодзи, прежде чем появились политкорректные наборы, и мы получили возможность показать палец вверх любой расы с белым, желтым или коричневым цветом кожи.